Друзья, мы вернулись с операции. Отходим от наркоза, мы еще трясемся сильно. Но сейчас мы закутаемся и будем спать. Пока оденем воротник, дай, пожалуйста. Что воротник обязательно одеть, потому что малыш кусается. И... Так, деточка, сейчас мама тебе будет одевать воротник. Вот только кто-то мне еще сказал, как. Детка моя, маленький мой. И мой золотой. Вот так, тихо-тихо, зайчик. Вот так. Вот и хорошо, вот и хорошо. Воротник обязательно. Без воротника малыш не сможет. Ой. Потому что он весь еще мокрый, весь. Все еще очень тяжело у нас. Сейчас, мой зайка. Сейчас, мой хороший. Угу. Так. Сейчас, мой хороший. Так. Малыша сегодня капать не будем, его прокапали в клинике. Так, ему прооперировали бедро с той стороны. Здесь прооперировали в двух местах лапу, здесь и здесь. В общем, ему прооперировали 5 переломов. Так, ну все, мой золотой. Так, жуть, не представляю, как я это обрабатывать буду. Но факт тот, что... Так, нам прислали норковую шубу старую в подарок. Она как раз нам пригодилась. Вот такого малыша закутать после... наркоза. Спасибо огромное человеку, приславшему нам этот подарок. Меха нам очень нужны всегда, потому что мы закутываем то малышей малюсеньких, то вот таких прооперированных животных. Вот так. Все, мой золотой. Чуть позже мы его напоим. Сейчас ему еще нельзя, потому что работа откроется. А еще, ребята, у нас совершенно нет пеленок. Нам очень-очень срочно нужны пеленки. Так, вот такое наше дитё. От наркоза мы уже отошли. Ну и все, и с Богом. Все, и трогать ребенка не будем. Часа через два я подойду, посмотрю, что можно сделать. Главное сейчас ему согреться. Сейчас еще принесем бутылочку с горячей водой, положим под низ. И будет ребенку совсем хорошо. Ну и все. С Богом. Самое главное, операцию мы перенесли.